Друзья, всем привет! В этом видео я вам покажу самый простой и надежный способ получить сильный саженец гортензии, абсолютно любой гортензии, любого вида. Сейчас я вам показываю крупнолистную гортензию сорта So Long Sunny. Таким же способом можно укоренить и метельчатую гортензию, и древовидную. Способ очень простой, и следующей весной вы получите очень сильный саженец с хорошо развитой корневой системой. Сейчас начало мая, нахожусь я в Московской области. И вот смотрите, у меня кустик. Хотел обрезать эту веточку, но оставил ее для укоренения, для размножения. Смотрите, нужно, чтобы ветка была достаточно длинная, и должна она смотреть параллельно земле, то есть быть в горизонтальной плоскости. Как можно ближе к земле, чтобы она была, так ее легче будет пригнуть. Выбираем такую веточку и примерно прикладываю ее вот так к земле. Намечаем место будущего укоренения. Наметили. Далее берем, можно воспользоваться маленьким совочком, лопатой. Я беру плоскорез и делаю вот такую неглубокую траншейку в земле глубиной примерно около 2-3 сантиметров, вполне достаточно. Далее нужно взять вот такую согнутую из проволоки вилку. Можно взять сварочный электрод, если у вас нет подходящей проволоки, диаметром 3 миллиметра либо 4, и согнуть его вот таким образом. Можно просто кусочек проволоки взять. Далее берем и вот этой вилочкой пригибаем, пришпиливаем ветку гортензии к земле. Вот смотрите, что должно получиться. Вот таким образом. А дальше просто присыпаем землей канавку, которую вырыли. Здесь немножко утрамбовываем, и следующей весной мы просто отделяем секатором вот в этом месте. Кстати, здесь можно даже два саженца получить. Если ее еще в этом месте пришпилить будет, вот здесь два побега, вот они укоренятся, и вот этот верхушечный побег также укоренится. Можно получить сразу два саженца. Все, больше ничего делать не нужно. Ничего даже поливать не надо. Пройдут дожди. Но если, конечно, вы совсем в сухом климате живете, то как тогда, естественно, желательно полить. Но следите, чтобы водой вы не размыли землю. Если вдруг вы не найдете проволоку, бывает и такое, электродов сварочных у вас также нет, то тогда можно воспользоваться еще более простым способом. Взять камень, либо старый кирпич, и просто положить в месте, где прикопана ветка гортензии. Таким способом тоже все хорошо укоренится. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего вам цветения!